19 января православные будут отмечать один из своих главнейших праздников – Крещение Господне. Для этого на речном вокзале построена снежная часовня и Иордань. Однако окунуться в воду у верующих не выйдет, мешают эпидограничения. Несмотря на это, набрать освященную воду из Оби все-таки получится. Но стоит помнить – пить ее нельзя. На строительство Иордани, ледяного городка и снежной часовни администрация города выделила порядка 500 тысяч рублей. При толщине льда в 50 сантиметров одновременно находиться на нем смогут не более 50 человек. Здесь также будут работники МЧС, а народная дружина примет активное участие для обеспечения безопасности. 18 числа мы заканчиваем все работы. Крестный ход, который раньше стартовал от Знаменского женского монастыря, в этом году не состоится. Причина тому все те же эпидограничения. Именно поэтому священнослужители просто отправятся на место проведения службы. Также 18 и 19 января во всех храмах и соборах города будет организована раздача освященной воды, которую можно употреблять внутрь. Несмотря на антиковидные ограничения и запрет использования купели на речном вокзале, окунуться в воду православные все-таки смогут. Купель для этого организована на озере Пионерском. Доступ к воде обеспечен с земли, а попасть сюда могут только небольшие группы. При этом баня для обогрева работать не будет, запустят лишь раздевалки. Для безопасности на озере будут дежурить пожарные, МЧС, полиция и водолазы. Однако важно помнить не только о безопасности на воде, но и об ограничениях по здоровью. Медики выделяют список заболеваний, при которых купание не рекомендуется. Прежде всего, это гипертоническая болезнь, то есть повышение артериального давления, причем если особо она не контролируется, то есть это достаточно опасно. Это пациенты, которые перенесли инфаркт миокарда, это пациенты, перенесшие инсульт, это пациенты, имеющие хроническую сердечную недостаточность. Ну и без сомнения, это пациенты, которые имеют сахарный диабет. Врачи напоминают, при любых серьезных заболеваниях от погружения в прорубь лучше отказаться. Ледяная вода – стресс для организма, который чреват осложнениями и даже развитием пневмонии, которая может привести к летальному исходу. Так что прежде чем окунуться, взвесьте все за и против. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.